Любовь к шахматам пронесла через всю жизнь, рассказывает Вера Ивановна Засыпалова. Впервые с этой логической игрой познакомилась в 12 лет. В 15 уже начала ездить на соревнования. С любимым увлечением не расставалась и во время работы на заводе Масленникова. Сейчас Вера Ивановна на заслуженном отдыхе и старается не пропускать городские турниры. Кто кого? Это борьба. Это борьба только на доске. Здесь вот в жизни борешься, а это на доске борешься. Это почти, я считаю, одно и то же. За доской можно даже определить характер человека, если психологией заниматься. Городской ежегодный шахматный турнир ветеранов проходит уже 18-й раз. В этом году в нем принимают участие 7 команд из разных районов Самары. За звание лучшего сражаются и женщины, и мужчины. Это очень серьезные люди здесь, и кандидаты в мастера. Это сильнейшие шахматисты города. Просто они уже перешли в разряд ветеранов и продолжают сражаться за доской. Городской шахматный турнир проводится по региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Соревнования продлятся 2 дня. Каждый участник в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка граждан, инвалидов и граждан пожилого возраста» получит и подарки, и, конечно, вот такое моральное, прежде всего, удовольствие от борьбы, от соревнования, от победы. В Самарском дворце ветеранов запланировано еще много интересных событий для людей серебряного возраста. Уже 10 сентября пройдет концертно-танцевальная программа. 11 сентября – концерт, посвященный Дню города. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.